Не то чтобы мы сильно тут готовимся или
что-то чувствуем. Ну, везде елки, конечно, везде ощущение праздника, очень много машин, все куда-то спешат, все куда-то едут. В общем, пробки кругом. Вот это единственное, пожалуй, ощущение праздника. Снега тут нету, хотя буквально неделю назад в Чингмае, в провинцию вообще Чингмай, и многие северные провинции в Таиланде тоже назвали зоной бедствия, определили, потому что здесь было очень холодно. Ночью доходило до плюс 8, это катастрофически просто холодно. Ну, в общем, мы пережили эту неделю холодную, и сейчас как-то налаживать, сейчас тепло, и Новый год мы будем встречать в обычной чингмайской погоде. Хотя, на самом деле, мы поедем в Бангкок, мы не будем в Новый год Чингмая, завтра мы улетаем, и в Бангкоке мы проведем 2 дня, встречаем моего любимого братца с его семьей, и уже с ними приедем в Чингмай, будем здесь 9 дней, а потом поедем на юг. Короче, надо сначала помёрзнуть. Так решили.